С 15 ноября по 31 марта в регионе запрещена подводная охота, а в период нереста особенно строгий контроль за вооруженным рыбаком. С резиновым боем, так сказать, орудие лова, это может быть ружье, это может быть и с резиновым арбалет, так называемый. Опять же, с использованием гарпуна, которым оснащается это орудие лова. И, по сути, это производится стрельба по рыбе. На заседании рыбохозяйственного совета предложили расширить период запрета подводной охоты с использованием аквалангов, эхолотов, ночью фонарей и других осветительных приборов. Повторно рассмотрели вопрос о добыче рака и решили отменить квоты. Будет даваться разрешение вместо 6 победителей, будет даваться 26, которые имеют рыболовные участки. Это в основном касается каскада веселовских водохранилищ.